друзья, всем привет. В общем, недавно я делал видос про модернизацию главной магистральной части, то есть вот так вот защищены гайки, да, чтобы никто их не открутил. Ну, с одной стороны, это хорошо, то есть просто так не открутить ворам, то есть воровство у нас процветает, но я работник железнодорожного транспорта, это приносит много неудобств. То есть, чтобы снять эту магистральную часть, нужно носить с собой постоянно молоток и зубило. То есть это тоже не ахти как хорошо. Но против молотка и зубила, конечно, не попрешь. Все это дело скрывается молотком и зубилом. И сейчас мы это вам продемонстрируем. Ну и вот конечный результат, короче. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайчонки. До свидания.